Добрый день, дорогие друзья! Весной всегда очень много работы. Сегодня такая холодная погода, ветер. И все на участках торопятся быстрее сделать работу. Давайте не будем торопиться. Земля в этом году промерзла глубоко. Были дожди, оттепели. И везде стоит просто лед. Мы растения поднимаем, там лед внизу. Земля еще не прогрелась. И поэтому рано вычесывать газон. Пусть земля оттает, тепло пойдет, корневая заработает. А работы по обрезке кустарников и деревьев нужно делать прям срочно. Мы сейчас можем обработать медным купоросом, то есть медь содержащими препаратами, обработать от болезни. Розы открыли, можете уже открывать. Вот у нас розы перезимовали хорошо на площадке, мы их укрывали хвойными, то есть они были защищены. А у многих на участках в этом году розы почернели. Обрезаем до зеленой почки и ждем. Ждем теплой погоды. Ребята здесь сейчас обрезают гортензии. Время хорошее. Почки не проснулись на гортензиях. И мы быстро обрезаем гортензии. У нас здесь 17 тысяч растений, которые нужно сделать обрезку. Мы их не укрывали. Они все прекрасно перезимовали. В первую очередь мы обработали их медь содержащими препаратами. И дальше уже будем давать подкормку. Обязательно будем подкармливать. Сначала нужно чуть-чуть земля, чтобы прогрелась. Корни должны заработать. Мы очень много лет выращиваем хвойные. И в питомнике, и, конечно, на участках. Какие хвойные прежде всего? Это туи, смарагды, брабанты. Самая устойчивая туя, конечно, туи-брабант. Сейчас можно посмотреть и сказать: батюшки, у вас они все стоят сизые, прям голубого цвета. Это пуршайт дает такой сизый цвет. Но сейчас дожди пройдут, солнце, ветер, полностью все это сойдет. Главное, растения будут защищены. Что мы будем делать с этими туями? В первую очередь, сейчас мы их побрызгаем эпином. Что дает эпин? Эпин попадает на почки и дает стимуляцию корневой системы. Пока корни не заработали, земля холодная, никакие подкормки не спасут. И вот где-то через неделю, я думаю, мы подождем, посмотрим по погоде, мы обязательно будем проливать под корень акварином и опрыскивать по хвоинкам, чтобы спящие почки проснулись и живая изгородь из туи просто зазеленела. Мы используем обязательно циркон и спитфолмарин. То есть мы делаем такую смесь и брызгаем на растения. Почки дают сигнал сразу корневой системе, корни начинают работать, и растение просыпается. Вот, посмотрите, целое поле, огромное поле туи смарагд. Все прекрасно перезимовали. Сейчас стоят немного сизые от пуршайта, но зато они все сохранились. Ни одна туя не сгорела. Это туя смарагд. Просто нужно защитить. Две обработки. Мы сделали обработку осенью, поздней осенью, и ранней весной были перепады, поймали температуру плюс 2 градуса, и все, мы провели обработку. Зато посмотрите, какие все живые. Ну вот, посмотрите, с южной стороны вот эта сосна, сосна обыкновенная дирхев, даже сосна чуть-чуть подгорела, потому что здесь снега белого много, яркое солнце, и с солнечной стороны, в принципе, не страшно, конечно, они восстановятся. Видимо, сюда пуршайт не попал, а так все остальные сосны прекрасно себя чувствуют. Пуршайт смоется, и они будут изумрудно-зеленые и шаровидные туи. Посмотрите, прекрасно все перезимовали, и ни одна не развалилась от снега. Мы их обрезали, они компактные, они не развалились, шикарные, зеленые. Чуть-чуть сверху это голубого оттенка пуршайт. Пуршайт сейчас смоется после дождей. Земля оттает, и они станут изумрудно-зелеными. Все туи, сосны, ели не боятся холода. Они просто могут сгореть на солнце, на ярком солнце в зимний период. А пуршайт как раз сохранил все наши растения. Какой-то период они сизыми стоят, но это не страшно, зато все растения живые. То есть вот они наши хвойные. Все площадки нашего садового центра с 1 апреля открыты. Поступили в продажу саженцы плодовых деревьев и кустарников. Хвойные выставляем. Все гортензии, кустарники, деревья, все растения перезимовали
на территории садового центра. Начинаем весенние работы в саду, обрезки, формирование, уборка, естественно. А подкормку начнем делать на следующей неделе. Я желаю вам красивого, здорового и цветущего сада. Садовый центр Веры Глуховой приглашает посетить открытые площадки с саженцами плодовых и декоративных растений. В широком ассортименте почвогрунты, удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей. Справки по телефону 8 800 222 52 44.